общалась с мужчинами, которые зарабатывают столько. И нету, это не какая-то баснословная сумма, как вам так кажется. И поверьте мне, эти мужчины, которые зарабатывают, у них эти деньги улетают только в путь, потому что я опять же таки говорю, растут потребности, запросы. У этих людей, ты хочешь сразу недвижимость и в России, и в Европе. У тебя сразу начинается хотелка расти конкретно. И несколько тачек в гараже. Ну, по мне, вот это класс, вот это жизнь. Ну, развозишь мужчин на деньги. Конечно. Как без этого вообще жить? Для чего тогда вообще жить? Вообще не развожу, они сами разводятся, они сами предлагают. Мне еще кажется, мне надо это. Мастер-класс преподавать дамам. Школа пикап-развода. Ты сейчас когда-нибудь жена? Ну, блин, у меня слишком много вот по этому поводу. Скажем так, если ко мне начнет подкатывать яйца какой-нибудь женатик, и он мне реально будет нравиться, и я ничего с собой не смогу справиться, потому что мне он будет нравиться, и я, может быть, с ним покручу роман. Но так как я верю в то, что жизнь бумеранг, тебе все вернется, я, наверное, 3 раза подумаю, потому что я все это очень такая, знаете. Да слушайте, я пока на один отвечаю вопрос, я же пытаюсь раскрыть, а вы уже 350 других. Ты с девушкой брата общаешься? Да, она очень хорошая, Катюша, мне она нравится. Да, мы с ней гулять ходили и ходим время от времени. Губы класс. У меня бывает такое, я говорю на бок, и вы мне пишете, что у меня губы кривые, на самом деле это просто моя дурацкая мимика, и я говорю немного вот так вот. У меня такое время от времени, кстати. Да, хорошего. Ой, рацион, ну, блин, это вообще сложно сказать примерный рацион. Что я стараюсь его миксовать. Но мой завтрак почти всегда одинаковый. Это однозначно нерастворимый кофе с молоком чуть-чуть. Кофе, а не кофе. И это 3 хлебца с кабачковой икрой. Если нет кабачковой икры, то с альметой и помидором. Но 3 штуки. И мне, кстати, вполне хватает этого, чтобы наесться до обеда. Гречку очень люблю. Люблю... Что люблю? Рыбу запеченную люблю. Тефтельки мамины люблю. Ой, с подливой вообще лютецкие. С рисом. Балдеж! Блин, стала, короче, как титьки сделала, стала очень сутулиться. Вообще не знаю, как себя это приучить. Прям как бабка стала ходить. Мне все об этом говорят, говорят, Настя, ты что так сутулишься? Мне страшно, ребят! Привезите пивка с гренками. Мне страшно. Стараюсь не превышать 1000-1100 калорий. Объем ресничек. Ой, я в этот раз делала 3D. Украинские корни. Блин, я не... У меня бабушка с Донецка. Поэтому, да.
лесби. Я бы так не сказала. Но мне нравятся девушки. Я всегда оценивала внешность девушек. И, наверное, иногда даже чисто, чисто если по эстетике брать, мне девушки нравятся больше, чем мужчины. Потому что мужчина, ну какое себе, знаете ли. Да я в трусах сижу, какой встанет весь рост. Началась гроза, я думаю. Кстати, весь день ждала дождик, слава богу. Ненавижу это лето вообще. Духоту эту парилку. Твой пластический. Настя, к тебе проявлял внимание твой пластический. Блин, ну а вдруг он смотрит? Девки, ну он, конечно. Когда он меня осматривал, а потом фотографировал, ну, до-после, чтобы, я немножечко, потом говорю, можно перерыв, в туалет хочу. А я еще изголодавшаяся была, понимаете, да? Ну, в общем, что, на каждую консультацию, как на праздник ехала. А у него там еще помощники молодые. В общем, еще 18 числа к нему еду. Один платье, парадный. Ну не знаю, я же вам всегда говорила, что у меня вообще фетиш по мужчинам в форме. Или пусть это будет пожарный, врач, там, я не знаю. Короче, если чувак в форме, мне это прям, ну, как-то вот что-то по-особенному. Это, знаете, это как аниматоры в отелях. Вот ты бы в жизни не посмотрела на этого турка. Ну, сука, вот эта харизма, подача, вот это вот настроение отдыха, и ты уже, знаешь, такая сидишь на этих аниматоров, смотришь, как будто у тебя, я не знаю. Я не знаю, хотел ли он меня в итоге или нет. Я у него как-то не спрашивала. Хочешь, знаете ли, не подскажете ли, а не хотите ли меня? А он говорит, ну, знаете, Анастасия. Ну, как вы себе это представляете? Что за вопрос вообще? Вдруг он вообще мой эфир смотрит. У меня неловкое положение стоит. У меня с этим человеком еще видится. Слушайте, ну на самом деле я приходила на консультацию уже вторую. А, на, ну вот на последнюю консультацию приходила, и передо мной к нему и передо мной сидела девушка. Ну реально вот топчик. Красиво одета такая. Ну, видно, не дешевка, короче. Как я говорю, у меня дешевка, не дешевка. Такая вся, ну, солидная. Сосочка. Я говорю, смотрю-ка. К нему же тоже пошла на консультацию. Она сидела без лифчика, тоже у него сделала. Но она, наверное, размер сделала даже больше, чем у меня. Вот. Поэтому я думаю, у него красивых баб. Вы что? Пластический хирург, еще и молодой. Мне кажется, это вообще... Вы сами понимаете, что к нему приходят в основном фифы. Но хотя он работает по телу, к нему и не всегда фифы. Ну, большая часть. Четвертый. Ну, сейчас у меня, наверное, где-то, да, 3,5-4-то есть. Привет от Макса, ты супер, я влюблён. Ой, надеюсь, это не от того Макса, который чуть-чуть жирный. Ну, у меня только один Макс был знакомый. Надеюсь, ты откачал жирок. А надо было раньше говорить о том, о сём. Видите, как я мило общаюсь со всеми. Ты сейчас оголяться перед мужчинами.
Честно вам сказать, сейчас вообще нет. То есть у меня как бы всегда была грудь, но меня даже больше смущал другой момент, не форма моей груди. Я не хочу говорить этот момент, потому что я момент этот решила, и теперь мне вообще хочется ходить всегда и везде без всего. Поэтому... Я до сих пор еще сплю с корсетом, и я дома. У тебя педикюр красивый. Услышите, моему педикюру... И это френч, понимаете? Френч, который не видно. Я вообще первый и последний раз была в этом салоне. Мало того, что с меня содрали денег, так еще у меня на следующий день все пооткалывалось с рук. Еще удивительно, что на ногах еще держится. Ты в стрингах? Нет, сейчас я в домашних, реально убогих трусах, я вам честно скажу. Не свидальные. Чисто домашние, чтобы было удобненько, нигде ничего не натирала на такой жаре. Такие домашние. Что-то не очень. Ну что поделать, все мы не очень когда-то. Так. Не свидание, да. Пиво хочешь? Нет. Я, кстати, решила сейчас попробовать не пить пиво. Жаришка, покажи попку, пожалуйста. Ну, сейчас прям. Сейчас с носиком. Да, он у меня кривой. Это я получила травму. Стукнулась носом. И упустила момент... вправливание, и он у меня сросся. Ну, точнее, я подумала, что ничего серьезного нету, потому что он у меня отек. А когда сошел отек, он оказался в бок. И когда я делала септопластику, я подумала, что он выровняется, а мне выровняли чисто внутри. А эстетический вид остался прежним. Но я буду делать ринопластику в любом случае, потому что эта тема, да, меня немножко цепляет. Скажем так. Ну, блин, знаете, это вдвойне обидней, когда ты собственными руками угробила реально красивый от природы нос. У меня маленький, аккуратный от природы был нос. Ну, я же люблю отдохнуть, где-нибудь навернуться, шмякнуться, стукнуться. Ну, конечно, я всегда говорила девочкам, что первые ваши процедуры у косметолога организм съедает препарат. И последующие ваши разы уже у вас будет эффект лучше, лучше, лучше. Это то же самое, как перманент бровей. То есть у меня брови держаться начали только на пятую, по-моему, коррекцию. Вот. Это вам, конечно, поначалу говорят, что у вас брови будут сразу такие. Нет, у вас потом они смоются через месяц, как хна. И вам надо будет последующую ходить, ходить. А у меня губы на третий раз начали держать форму. Ты если прыгаешь губами, хлопаешь, ну, смотря какие, ну, стараюсь все фиксировать. Не знаю, я просто научилась меньше есть. Я могу сейчас и пиццу поесть, я уже ранее говорила, и картошку, и роллы, и запеченные. Просто я научилась есть умеренно, не обжираться, не запивать это все чем-то, не закусывать это хлебом. Вообще можно есть спокойно все, но просто умеренно. Ты мастурбируешь? Кстати, нет. Вот и в этом плане я какая-то фригидновата. Вот не, сама собой не играюсь. Вот вообще не люблю, я не знаю. У меня подружки говорят, блин, пойду вздрочну. Я говорю, ладно. Я думала, если только, ну, типа, окей. Я... Не знаю. Не фанатка этого дела. Я люблю играться не одна. У нас этот
трансляция плюс 18 началась, мне кажется. О, мне кажется, у всех дома стоит вот эта икеевская хрень. Поняли, да, вот это? Привет, губастая. Привет. Я еще типа сисястая. Какой цвет педикюра, маникюра предпочитаешь? По классике. Красная и френч. Ну, летом я могу еще какой-нибудь кислотный цвет. Сможешь локти соединить? Так. Ой, кстати, приеди, я не могу теперь локти соединить. Не, ну если на сиськи положить, да, я могу, само собой. А вот так не. А раньше могу. Не, ну мне и раньше было тягостно. И жопаста. Нет, кстати, я не жопаста, у меня жопы вообще нет. Потому что я не качаюсь. Ленивая тварь, не могу себя заставить вообще жопу качать. Ненавижу тех телок, у которых от природы вот бампера вот такие аж торчащие. Я их называю ведьмы. Но зато у меня длинные ноги. У меня реально шикарный рост. Я вообще одежду подбираю себе на изи. Брюки, джинсы идеально на меня садятся. Потому что у меня идеальный вообще рост. И мне всегда очень легко подобрать одежду. На мне даже самая дерьмовая хрень, которая вообще не смотрится, смотрится как-то по-иному. Все просто думают, что я очень маленького роста. Я не знаю, как я так фотографируюсь, но у меня реально короткие ноги на фотографиях. Я вообще не нравлюсь себе на фотографиях. Я не фотогени... Я вообще... Короче, меня когда жизнь видит, мне говорят, что я эффектнее гораздо. Вот. Ну и удивляются, типа, думаю, ой, я думал, что ты маленькая. Я говорю, нет, милый мой, я большая. По высокой смысле. У меня, слушайте, мне кажется, я стала выше, потому что у меня мама вообще уже, не знаю, мне вот так вот. Я уже, наверное, как отец ростом. Я если каблуки одеваю, я вообще дерево. Реально дерево. У меня 170, да. Это чисто вот реально идеальный рост. Этот белый топ, это Зара. Вот это топ Зара, да, прикольно. Только какой-то размер странный. Я взяла XS, а он все равно как-то, видите, мне приходится его натягивать. XS, а вы сами видите мои буфера, они явно не XS. И то мне приходится вот это вот натягивать. Блин, мне уже краситься пора. Сколько раз я уже об этом говорила, что мне пора краситься? Так. Ты ездишь на метро? Да. Но стараюсь сделать это крайне редко. У меня иногда настроение реально спуститься и поехать на метро. Я не знаю почему. Когда я хочу немножко походить или пройтись. Ну, типа, я не считаю это зазорным. В этом нет ничего такого. Это такой же вид транспорта. Просто я не очень люблю метро, потому что на меня там смотрят, как на какой-то, типа, объект неопознанный. И вот так вот мужики смотрят на меня. И все бабы косятся, шушукаться начинает. Поэтому, когда не час пик, я катаюсь. Просто иногда пробки, ну, блин, когда тебе ехать в одну сторону 50 минут. Просто вы знаете, как я одеваюсь. И наше метро, вы понимаете, да? Ну, и сейчас коронавирус, я немножко побрезгиваю. Что, мне кажется, сейчас самая вот эта вот вся эпопея грязноты, мне кажется, в метро. Боссы, да. Можете поговорить. Ой, Лизочка, привет, дорогая. Как ты? Ой, как я тебе завидую, Лиз, блин. Сидишь, коза, на море.
сейчас в Сочи все просто. Сочи, Геленджик, Анапа, Крым. Как ухаживаешь за собой? Ну что за тупой вопрос, как ухаживаешь за собой? Скажи, тональный крем. Я пользуюсь никсовским сейчас. На много людей. Да, конечно, сейчас же самое основное направление. Это Сочи. Мне кажется, у вас там вообще муравейник. Это просто благо, ты ходишь в нормальные заведения, не вот это вот съездить в Сочи за 30 тысяч. Поняла, да? В столовке. Поэтому тебе хоть, наверное, поровнее дышится, я думаю. Поспокойней. Но на пляжах, я думаю, трындец. Вот эти наши, как я называю, пакетные туристы, которые вот это вот взять с собой на пляж самовар, яйца вареные, зонтики вот эти, колбасу нарезать, пивко пить, так. Нормальных то же самое. Где вот эти, знаете, кучка бабулек сидят на шезлонге. Быдло, да, вот это все. Вот. Ого, ну да, капец. Ну все ж лучше, чем в Москве. В Москве Ташкент стоит, пляж заполнен до усыха просто. И от асфальта все нагревается, еще жарче становится. В общем, дурдом вообще какой-то. Веранды все заполнены, нормальных заведений, тоже нормально не посидишь. Дочекова, да. У размер взяли. В смысле взяли? Вы про что? Ну просто они белые, кажется, что они больше. Я вообще делала по своей форме. Ой, все мои зубы засирают. И каждый день у меня про них спрашивают, а где я делала, за сколько. Вот клянусь, каждый день приходит по 5-10 сообщений и все спрашивают. Наверное, все-таки не так убого, раз спрашивают. Ну, вообще, я все, что я делаю, все, что я ношу, я делаю так, как нравится мне. То есть никогда я это вот, я же не для людей делаю, я для себя делаю. Ну, смотрятся они как унитаз. Ну, это же мой унитаз, мне не нравится. Ну, сделала я себе грудь, хотя и своя была нормальная, но зато мне вот так нравится. Волосы наращиваю, потому что мне это нравится. Загорать хожу до черноты, мне это нравится, потому что мне это идет. Я вот вообще не сторонница вот этой натуральности. Нет, я всегда, если девчонка натуральная, красивая, умничка, ну повезло, все там. Ты себе нравишься, это главное. Но когда вот это начинает проезжаться по внешности, я этого не понимаю. Каждый же делает так, как ему хочется. Даже вот стоит девчонка, у нее губы вот прям вот вообще на все лицо. Ну, ей же это нравится, это же ее губы. Поэтому я никогда никого не слушаю. Ну, мне сейчас все равно, если честно. Зато я захожу в ресторан. Когда я захожу в ресторан, на меня смотрят все. Даже охранники. Почему я сказала «даже охранники»? Охранники, по-моему, на всех смотрят. Не самый лучший пример. Ну, в общем, вы поняли. Это значит, вид имею. Чего смотрю? Ну, потому что я эффектная девушка. Я еще люблю, знаете, так одеться. Хоть стой, хоть падай. Каблучки, коротенькое платьишко, обязательно подчеркнутое декольте, всегда уложенные волосы. Для меня укладка — это вообще. Сумочка, все, чики-пуки, пошла. Села за стол, посмотрела, есть ли кого цепануть рядом. Нету. Уходишь, ты ищешь другое место.
Ладно, еще не уходишь, но я всегда смотрю, ли сидят ли рядом какие-нибудь мужчины, потому что я, это еще один мой фетиш, я люблю стрелять глазками. Да, меня это прям... Короче, я иногда прям прихожу в ресторан с подругами, и вижу, какой-нибудь тип на меня засматривается. И я такая, ух, поиграем! И пошла, коктейльчик взяла, выпила, трубочку от кальяна взяла, посмотрела, улыбнулась, посмеялась. А мужикам это нравится. Я смотрю, он со мной игру принял. Называется «Игру принял». Смотрю, он со мной уже играется. Мы уже просто с ним взглядом чпокнулись конкретно. И просто в этот момент я встаю и ухожу в туалет. Я смотрю, он тоже резко пошел в туалет. Я думаю, вот это одна из моих тактик. И все, и у туалета девушка, вы так прекрасны, бла-бла-бла. Я говорю, ну, стараюсь. Спасибо. И все. Короче, я, ну, много фишечек, от которых я кайфую. Это может быть, знаете, реально какой-то женский такой фетиш. Кто-то там любит, чтобы им на лицо ссали, кто-то любит ступни лизать, а я вот люблю глазами пострелять. Естественно. Почему? Ну я же вам рассказываю истории. Я время от времени отвечаю на вопросы, и этот... В туалете чпокалась? Нет, конечно, фу, блядь, я что, какая-то школьница, блядь, или прошмандованная в сортире чпокалась. Я вообще не понимаю вот этого вот занятия интимом в общественных местах. Для меня это вообще, мне кажется, надо наказывать за такую шляпу конкретно. Так, ладно, мои хорошие, закругляюсь, потому что мне пришли.